Доброе утро. Кабанчик наш пришел на шарлотку. Наглым образом требует, чтобы дали шарлотку. Уже дали кусочек, так мало. Сидит, рычит на нас чего-то тут. Зубы отрастил, говорит. Зубастый я теперь. Бойтесь меня. Отдайте шарлотку. Да, Мирошенька? У Мирона теперь новое кресло. Он так боролся за старое, но теперь у него есть новое. Не разрешаем его трепать, но боюсь, что судьба у него будет такая же, как у предыдущего кресла. Вот так в целом растет кабанчик. Вот. Шерстью покрывается сейчас к зиме. Так что вот, смотрите наше видео. Всем пока.